Що ж, дорогі телеглядачі, ми продовжуємо і зараз вже традиційно будемо говорити на дівчачі теми. Альона Озірна, візажист, сьогодні в нашій студії. Здравствуй, Альоночка. Здравствуйте, дорогие телезрители, здравствуйте, Инна. Спасибо, что пригласили. Я думаю, что каждая женщина в своей косметичке имеет не одну, а две и даже три помады. Потому что это то, чего для нас не бывает много, то, чем мы любим краситься, но не каждая женщина знает, как правильно подобрать помаду. Хочется начать с общих характеристик, на что нужно обратить внимание. Да, безупречно этот вопрос, ну, очень интересует женщин. Они уже обили все пороги всех косметических магазинов, чтобы найти ту идеальную помадку. Вот, но надо учитывать несколько факторов, чтобы подобрать свою именно идеальную помадку. Какие же это факторы? Первое, на что нужно обратить внимание, чтобы подходило под цветотип ваш. Это под тип кожи, цвет глаз и цвет волос. Угу. Будем брать в общем характеристику, да, по цвету лица. Светлолицым девушкам больше всего подходят светлые какие-то помадки, ну, бледноватого оттенка, да, там розовые, персиковые. Которые подчеркнут их естественную холодность. Да, 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 именно так. Девушки же с таким более смуглым цветом лица предпочитают яркие помады, на них это будет очень гармонично и, ну, сочетаться с их, скажем, цветотипом и цветом волос. Скорее всего, они будут у нас брюнетки. Угу. То есть брюнетки выбирают что-то поярче. Да, брюнетки подходят брюнеткам практически любой цвет помады. В основном они предпочитают яркие оттенки. Это подчеркивает их натуру, их личность. И я хочу сказать, что таким образом помада даже подчеркивает характер, потому что брюнетки не сами по себе жгучие, а блондинки они такие нежные и меланхоличные. Да, я, скорее всего, думаю так, и, наверное, по цвету помадки мы можем издалека определить, какая же по там, типу темперамента, характера наша девушка. Что ж, какой у нас следующий фактор? Следующий фактор – это цвет глаз. В основном для кареглазых девушек они предпочитают выбирать оттенки какого-то коричневого и красного. Это все оттенки там, коричневого, бордового, сливого цвета. Которые будут подчеркивать кареглазых. Да. Да, именно цвет глаз будут гармонично смотреться с такими помадками. Я смотрю, у нас есть такие темные цвета, яркие, это вот красный, вишневый. Их используют для кареглазых. А да, Инечка, вот как раз вам подойдет такие помады. Все, я себе уже выбрала. А для светлоглазых? Для светлоглазых, вот допустим, как у меня голубые глазки, тогда больше предпочитаются все-таки какие-то розоватые оттенки, такие нежные, персиковые, розовые. Из нашей палитрочки что мы можем выбрать для голубоглазых? Для голубоглазых вот такие розовые. Вот такого плана, но она будет более розовая. Угу. Вот, то есть все, что связано с там, розовым пигментом, да, цветным. А для зеленоглазых девушек? Для зеленоглазых больше подойдут такие вот рыжеватые оттенки. Есть, то есть у нас такой? Коралловый, да, коралловый цвет, персиковый, натуральный, возможно. Хорошо, подобрали мы под цвет глаз, подобрали под цвет лица. По цвет волос тоже подобрали, а вот по форме. Я знаю, что яркие такие темные цвета, они заужают губы. Да, да, да. Для девушек, у которых природные губы пухленькие, им особо как бы переживать незачем. И они могут нанести абсолютно любой тип помады, им это будет очень гармонично идти. Но все-таки, если же необходимо скорректировать форму губ, если они узкие от природы или где-то там форма вас не удовлетворяет, вы можете это скрыть и подчеркнуть с помощью помадки более нежного оттенка, возможно, даже с перламутром. Для этого, для начала, когда вы будете тонировать лицо, можно нанести немного тонального средства на губы. Дальше, если губы тонкие, то прорисовать карандашом свыше черты, да, и угу, визуально увеличить губы, прорисовать полностью всю плоскость губ карандашом, нанести сверху помадку и для объема нанести немного, да, немного блеска. Хочу вам найти вот его. Возможно, прозрачного, да, такого оттенка. Вот оно больше увеличит ваш объем или даже хотя бы на серединку губ. Даже таким небольшим лайфхаком поделилась наша визажист, как сделать более пухлыми губки. А вот я смотрю, у нас еще очень много карандашиков. Раньше подбирали карандаши тон в тон с помадой. Как сейчас обстоит дело? Сейчас все намного интереснее, Инночка. Для того, чтобы губы были как можно гармоничнее, природнее смотрелись, очень интересно, сейчас девушки применяют эффект амбре. То есть они берут помады,
одного оттенка, но на тон ниже и на тон темнее. Это можно с помощью карандашей. Вот, допустим, уголок губ вы можете нанести более темный карандаш, в серединку нейтральный, угу. и на саму середину светловатый оттенок. Нанести сверху помаду, и ваши губы будут как вот переливаться, то есть будет смотреться как один оттенок, но его переливы будут. И для этого еще более послужит для объема, скажем так. Последний у нас остается вопрос под время суток. Мы выбираем определенные помады или это не важно? Да, это очень интересный вопрос, потому что нужно красить все-таки губы с умом, потому что на день все-таки предпочтительно использовать более нейтральные оттенки, нежные, персиковые, розовые. Вот. А на вечер можно сделать губы поярче, так как это будет соответствовать вашему поводу выхода в свет. Да? В вечернее время вечерний макияж он будет более ярким, более выразительным. Вот. Поэтому все-таки вечером лучше поярче. Ну что ж, спасибо тебе, Аленочка, за то, что рассказала нашим телезрительницам, как правильно подобрать помаду, чтобы она подчеркивала только красоту губок без всяких вмешательств. И тут я, как полтергейст, до вас. Девчата, точно вам скажу, чтоб вы не обирали, вы завжди прекрасні. Щоб не наносили собі на губи, на обличчя, точно прекрасні за будь-якої погоди і в будь-яку пору часу. Чи в день, чи вночі.